Привет, меня зовут Макс Белоусов. Возможно, ты меня знаешь, возможно, мы с тобой работали, либо пересекались, либо ты мой друг, или мы с тобой встречались, или я вообще у тебя в черном списке, но не это важно. Знаешь, у каждого из нас есть мечта своя. У меня она тоже есть, и я к ней стремлюсь, и надеюсь, что я ее достигну. Я занимаюсь музыкой, и недавно я написал песню, называется она «Маяки». Эту песню про мечту. И неважно, эта мечта связана с любовью, то есть с отношениями, там, быть вместе с каким-то человеком, либо просто достигнуть определенных целей в жизни. Я ради музыки сделал очень многое. Много денег вложил, и ради этого вообще, в принципе, поменял сферу деятельности. То есть образование геофизик, ушел в маркетинг. Но у меня это получается, я очень рад. К чему я все это говорю? Я хочу тебе дать шанс поучаствовать и быть частью того, что я хочу сделать. А я хочу сделать очень крутой клип. Клип именно про мечту, про то, что люди должны идти до конца и добиваться своей цели. Я знаю, что у тебя тоже есть мечта, и я более чем уверен, что ты разделишь со мной мою мысль, мою идею клипа и песни. Поэтому в чем смысл? Ты можешь поучаствовать как в съемках клипа, либо помочь как-то, либо финансово, либо там, не знаю, организационно, неважно. Главное, что ты станешь частью именно этого проекта, который соберет как минимум 1 000 000 просмотров именно живых людей. Представь себе, например, ты захочешь, чтобы в данном клипе, там, не знаю, появился твой продукт, там, одежда твоя, которой ты занимаешься, либо ты сам, и этот клип увидит целый 1 000 000 человек. Реально 1 000 000 живых россиян увидят данную работу. Это же круто. Я не прошу у тебя помощи, я не собираюсь, как на бумстартере, типа собирать деньги неизвестно на что. Я просто хочу, чтобы мы все вместе коллективно сделали очень крутую вещь. Мы будем снимать в Сочи. Я более чем уверен, что ты поедешь в Сочи. И там можем переговорить, и ты можешь познакомиться с нашей съемочной командой, которая состоит из очень крутых профессионалов. В общем, я очень надеюсь, что ты захочешь участвовать в этой крутой, в этом крутом проекте и, возможно, даже в нем сняться. Напомню, что смысл в том, чтобы люди достигали именно своей мечты и боролись за нее, как я борюсь за свою мечту.